Начать расследование, которое бы прояснило события и выявило возможные критичные места. Так правительство Италии отреагировало на историю с опротестованной экстрадицией из страны жены и дочери казахстанского банкира-оппозиционера Мухтара Аблязова. Ситуация с молниеносным выдворением Алмы и Алуа все больше похожа на детектив. Суд Рима уже выразил свое крайнее удивление по этому поводу. Напомним, в ночь на 29 мая несколько полицейских ворвались в виллу в Казаль-Палокко, что в пригороде Рима. Они искали Мухтара Аблязова, бывшего банкира и главного оппозиционера казахстанского диктатора Назарбаева. В доме обнаружили только жену и маленькую дочь Аблязова. Сам экс-банкир в это время находился в Англии, где получил политическое убежище. Женщина, по заявлению полицейских, представила им фальшивые документы. Поэтому ее и ребенка незамедлительно отвезли в Центр опознания и экстрадиции для последующего выдворения из страны. Уже через 48 часов родные Аблязова были на борту самолета, уносящего их в Казахстан. Адвокат Алмы Шалабаевой Рикардо Олива сообщил, что воздушное судно, на котором экстрадировали жену и дочь бывшего банкира, было забронировано еще до судебного решения. Мухтар Аблязов, на которого выдан ордер на арест по делу о налоговых махинациях, очень боится за жизнь своей жены и дочери. В своем открытом обращении к председателю итальянского правительства Энрико Летта главный оппозиционер Назарбаева заявил: «Им были нужны двое заложников, которых они могли бы использовать против меня. Итальянские секретные агенты ворвались в дом с оружием, без формы и без судебного постановления. Они увели их, никому не объяснив, куда направляются. Алма и Алуа до сих пор находятся в стране, где чувствуют себя все время в опасности».